Друзья, привет! Вася на связи, и сегодня я готовлю омлет пуляр. Тот самый знаменитый, воздушный. Для этого нам понадобится 5 желтков, я разделил, и 5 белков. Есть у нас сванская соль, вот тут солим. Весь прикол в том, что нужно это все отдельно сначала смешать. Компотский перец и это обычная сметана Вкуснотеево. Ее тоже добавляем в желтки. Все. Берем миксер, венчик и начинаем мешать. Тем временем на сковороде растапливаем порядочное количество масла. Заходим на бортики, чтобы бортики были смазаны. Та-дам-та-дам! Вливаем в сковородку. Что получится, не знаю. Ну что у нас тут получается? Омлет начал вздуваться. Минуты 4-5, наверное, прошло. Я мощность плиты уменьшил. Было 9, стало 4. И вот сейчас нужно его выложить на тарелку и постараться свернуть его пополам. Точно так же, как подают его на Mont Saint-Michel. Это Нормандия. Во Франции та самая матушка Пуляр его готовила. Будем пробовать выкладывать его на тарелку. Сразу скажу, что подгорело, непонятно почему. И вот я его свернул пополам. И теперь в таком сложенном виде. Ай, зараза, поломался. В общем, отправляем его на тарелку. Помидоров. И это будет ужин. Спасибо, что смотрите. Я попробовал, еще раз покажу, какой он пружинистый. Мягенький. Похоже, что ты ешь что-то супер воздушное. Очень вкусно, друзья. Так что пробуйте, повторяйте, но еще раз прошу указать на мои ошибки. Опытные кулинары, жду вас в комментариях. Спасибо.